он избежал контакта со стеной и возвращается обратно на полотно. Но, похоже, потерял лидерство. Или остался первым все-таки Уилл Пауэр. Как не видно, сейчас никого не впереди, не сзади. Срывает так со злости такое ощущение ленту с визора своего шлема. Да, Райан Хантер Рэй сейчас впереди. Он успел проехать мимо. Итак, новый лидер этой гонки. Это американец Райан Хантер Рэй из команды Майкла Андретти. Вот такая вот неожиданность. Уверенный лидер Уилл Пауэр потерял контроль над своей машиной в том же самом месте, вот здесь на спуске. Машина просто не стала заворачивать, но здесь уже трасса подсохла, как раз потому что поворот на спуске находится, вся вода стекает вниз. И в итоге Уиллу Пауэру лишь чудом удалось здесь избежать контакта с отбойником из отработанных покрышек. В итоге машина не получила повреждений, но резина могла, конечно,